сосредоточьте внимание только на этом моменте, который в действительности является моментом не времени, но присутствия, не имеет значения. Если возникает какая-то мыслительная деятельность, это нормально. Не вкладывайте энергию в то, чтобы контролировать, отталкивать или принимать. Оставьте все, как есть. Вы просто есть. Мысли, которые приходят и уходят, это всего лишь мысли. Вы не нуждаетесь в них. Вы просто есть. Не нужно пытаться что-либо сделать. Тут нет такого понятия, как пытаться быть осознанным. Потому что даже эта попытка сама по себе появляется в сознании. Вы есть оно. Нечего менять, исправлять, успокаивать, доводить до конца. Ни за что держаться. Заметьте это. Нет нужды в том, чтобы оценивать или обобщать то, как вы себя чувствуете. Это не имеет значения. Вы просто есть. И это ощущение ясности не географическое положение, ясность может только присутствовать. Неопределенный, без усилий. Вы не воображаете себе это, не создаете, лишь наблюдаете. Здесь ни за что ухватиться. Какие мысли бы вам ни приходили в голову, они не для вас, не сейчас. Нет предпочтений, нет обладаний. Ты есть, но ты ничего не ждешь. Нет следующего момента, которого следовало бы ожидать. Мысли, такие как «я чувствую себя хорошо» или «нехорошо», не имеют сейчас значения. Еще пока не имеют. Пребывайте в неотождествленности ни с чем. Не надо прилагать усилий. Просто «я есть». Почувствуй, испытай целостность, естественные чувства целостности. Законченности, которая существует само по себе. Оно никому не принадлежит. Здесь нет вас, проживающих жизнь. Вы – это жизнь. И осознавание жизни. Вам не нужно быть готовым, не нужно быть. Вы есть. Есть только осознание. И тело присутствует в осознавании тоже. И осознавание также присутствует в теле. Нет ни старта, ни финиша. Нет начала и нет концов. Только движение игры в сознании. Ничто вас не беспокоит. Обратите внимание, что вы существуете, без усилий. Не нужно стараться быть. Эти мысли от вас далеко-далеко. Вы никогда не приходили, значит... И уйти не сможете. Вы просто есть. Ваше внимание может уйти и вернуться. Но не вы. Это ваша естественная тишина. Не нужно усилий для того, чтобы оставаться тихим. Здесь нет никого, кто мог бы оставаться тихим. Есть только тишина, бытие. Вы не воображаете и не создаете. Поэтому усилия отсутствуют. Какая практика, какая религия вам нужна для того, чтобы быть так, как вы есть сейчас? Это само по себе счастье для вас. Вы за пределами силы, намерений, ожиданий. Их для вас не существует. Сейчас вы заметите, что когда вы откроете глаза, внутри не произойдет никаких изменений. Осознайте это. Вы не создаете и не воображаете. Вы есть одно со своим естественным бытием, естественной радостью, пространством, постоянством. Не позволяйте своему уму прилагать ни малейшего усилия по этому поводу, потому что вы пробуете на вкус свое собственное бытие. Больше ничего не нужно. Ум вам здесь не может помочь. Это вы тот, кто поможет уму оставаться спокойным. Не с помощью усилий
но с помощью пребывания единым целым со своим бытием, ни на что не отвлекаясь. Тогда ум сможет насладиться этим покоем.